Для жителей нескольких многоквартирных домов на улицах Победы, Екатерининской и Ткачева в станице Северской оборудовали новую контейнерную площадку. Располагается она напротив дома номер 10 на улице Екатерининской, имеет бетонное основание, ограждение и помимо контейнеров для твердых бытовых отходов, есть отделение для крупногабаритного мусора. При выборе места обустройства учитывали множество факторов, руководствовались ГОСТами. Раньше площадка располагалась ближе к многоэтажкам, однако из-за жалоб жильцов пришлось перенести. При постройке вот так называемых ткачевских многоквартирных домов, ну и Победы 30, образовалась проблема с контейнерной площадкой. Значит, несколько лет назад она стояла ближе к ткачевским многоквартирным домам. От населения были жалобы. Помимо того, что жители многоквартирных домов пользовались своим правом выкидывать туда мусор, помимо этого наши соседи, наши жители станицы Северской, а бывают нередки случаи и гости, привозят и твердые коммунальные отходы, привозят и крупногабарит, привозят ветки, шины, раскидывают это все рядом с контейнерами, получается, на земле общего пользования. Тем самым нарушают закон. Бардак постоянный. Почему мы испугались? В каждом имеющемся договоре, заключенном с мусороуборочной компанией, прописан способ вывоза мусора. Однако многие это игнорируют. И население делает замечания, и мы, администрация, делаем замечания. Почему-то у населения понимание такое, что если я заключил договор и плачу, допустим, живу на улице Советской, я имею право приехать на любую площадку контейнерную и выкинуть свой мусор, помимо того, что еженедельно он выставляет мешок, который у него забирают, согласно графику. Мы сейчас планируем закупку фотоловушек, будем устанавливать, будем менять места время от времени. Так что любителей подбрасывать мусор будут фиксировать камеры. В случае выявления нарушителей закона, например, по госномерам автомобиля, их ждет немалый штраф. Однако, как одни выражали недовольство по поводу близкого расположения контейнеров к дому, так другие теперь недовольны тем, что идти с мешками на новую площадку слишком далеко. Несмотря на официальное открытие новой контейнерной площадки, многие по-прежнему желают пользоваться старой, чтобы не преодолевать лишние несколько сотен метров. Я здесь мусор лежит, мы сюда положим, извините. Мы туда не пойдем, нам далековато. Как бы то ни было, решение мусорной проблемы в этом районе еще далеко от завершения. Главная надежда жителей окрестных многоэтажек – это то, что к ним перестанут свозить мусор и крупногабарит с отдаленных улиц станицы, где установлен мешочный сбор.